Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». И вот подоспел семенной салат. Выращиваю на семена в этом сезоне салат сорта «Кучерявец Одесский». Делать это чрезвычайно просто. На грядке, где рос салат, на зелень оставил вот некоторое количество растений, ну, может быть, штуки 3-4. И не стал трогать этот салат. Поливал иногда. И вот салат выбросил стрелки, пошел в рост. И обычно салат завязывает семена в августе, ну, может быть, в начале сентября. Погода в этом году была сложная, и салат немного с запозданием. Но тоже уже отцвел и вот завязал немалое количество семян. Один кустик немного отстает в развитии. Ну, такое бывает. Здесь тоже уже цветов достаточно, и здесь тоже успеют вызреть семена. А вот этот кустик рос более интенсивно, и семена уже готовы. Семена находятся вот в таких вот семенных коробочках, которые обрамлены вот таким вот пухом. Это признак того, что салат поспел. И вот сейчас можно заготовить достаточное количество семян салата. Это делать можно разными способами. Можно просто вот так вот брать и, разминая семенную коробочку, высыпать в какую-нибудь емкость семена. Вот они. Ну а потом можно проверить, и семян останется достаточное количество. Это первый способ. Если семян нужно немного, очень легко так заготовить их достаточное количество. Но есть и другой, более простой способ, который я использую намного чаще. Делается это так. Вот этот поспевший салат, а признаки поспевания, повторюсь, это когда семенные коробочки, видно, уже подсохли, и пушок вот образовался. Все вот это растение срезается. Ну, конечно, крупные стебли, они ни к чему, их брать не стоит. А вот так примерно все это отрезаю, все вот эти верхние части. Но все-таки все вот эти листочки мелкие и не раскрывшиеся семенные коробочки оставляю. Все это срезается, укладываю, как правило, в коробку в какую-нибудь и оставляю на дозаривание и просушку, ну, на довольно длительное время. Сейчас, может быть, некогда этим заниматься, и весь этот семенной материал перевожу в город, в квартиру, там он еще лежит где-нибудь на лоджии, досыхает. И в ноябре или, может быть, даже зимой можно не спеша извлечь семена салата. Извлекать семена салата тоже можно разными способами. Можно влажным, можно сухим. Но об этом уже рассказывал отдельно. Сейчас я просто хочу показать, как выглядит семенной салат. Вот так он выглядит, когда приходит пора его убирать. Вот такой семенной салатик. При выращивании салата, напомню, на семена, важно сделать так, чтобы семенного салата был желательно один сорт. Поскольку салат переопыляется, и сортность можно потерять. Конечно, страшного ничего нет. Все равно будет съедобный вкусный салат, но уже не оригинального сорта. А все-таки хотелось бы сохранить оригинальный сорт. Вот салат «Кучерявец Одесский». Очень хороший, надежный, проверенный сорт. Я считаю этот салат одним из самых лучших. Многие перепробовал. Ну и другие неплохие, но этот как-то мне больше по душе. И вот выращиваю свои семена много лет. Тем более делать это чрезвычайно просто. Ну а потом, когда подоспеет второй куст салата, тоже соберу семена. Семян получается довольно много и хватит надолго. В конце пожелаю всем огородникам не пренебрегать таким простым способом заготовки своих семян. Это лишним никогда не бывает. Желаю всем хороших урожаев, всего самого доброго. До свидания.